День рождения, здоровья. Спасибо. Спасибо. Давай, сколько? Давай. Хороший парень, скромный, работящий, хороший футболист. Спасибо, Серёг. Походу тоже задний зад. Может, тоже держение просто? Скажи, что у тебя не сегодня просто, скажи, что разводнят. Нет. Так наряжусь, дай. Да не, видео. Покажи, пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Видит. Не, мой другом. Иди когда же, парень? Коль, иди сюда. Все с потом приехал. Иди добро. Забрать. Да, да. На, смотри. Я уже просто устал смотреть. О, нет. Я? Тетюк, что ты за Никитоса можешь сказать? Ты рад? Рад, да. Яка людина? Топ вообще. Ну він такий балахур, да? Ні, ну він такий на розказному трошки. Ніколи не знаєш, що чекати від нього. Може на шаряд. Та ні. Ти йому аванси даєш, де? Я його в тонусі тримаю. Ти перший був, хто привітав? Ні. Останній, напевно. Я не успію. Що він за чоловік? Ну, лучше, чем Зина. Зина, ты, по-моему, в твою камеру. Да, Зина, он заиграл бы в чемпионате Люксембурга, Никитос? Уверен. В каком клубе? Сейчас, посмотри, сейчас меня позвали. Сейчас в интернете посмотри. А ведь стыдно, здесь 9 играл игрок сборной в клубе с названием. А, я помню, все. А ну... Какой? А потом скажу. Хорош, гора. Ну вот, быстрее. А ведь Никитос у тебя на глазах вырос в киевском Динамо. Бурда. Он, наверное, первый раз попал в основу, когда ты был. И вот сейчас в основе, когда ты был. Ты, в общем, его, наверное, как сына должен воспринимать. Ну, спасибо за такое сравнение, конечно же, однако это у меня своих хватает. А с другой стороны, безусловно, я видел, как он взрослел, я видел, как он становился, я видел, в кого он вырос. И я надеюсь, что он не остановится на достигнутом, ему будет развиваться и продолжать расти как игрок, как личность, как человек. С днем рождения, Никита, поздравляю. Он настолько серьезен, что он даже своему отражению в зеркале не улыбается. Господи, как человек говорит. Да, да, да.